Карабахский конфликт добрался до Брюсселя. Около 2000 армян из Бельгии, Франции и Нидерландов собрались возле правительственных зданий Евросоюза. Митинг проходил под лозунгом «За мир для Армении и Арцаха». Так называют непризнанную Нагорно-Карабахскую республику с преимущественно армянским населением, отошедшую от Азербайджана в 1991 году. Демонстранты держали в руках плакаты с надписями «Вы называете это территорией, мы называем это домом» или «Никто не побеждает, когда гибнут люди» и всевозможными обвинениями в адрес турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который открыто поддержал Баку в очередном обострении старого межэтнического конфликта. Полиция пустила в ход водометы для разгона протестующих. Представитель правоохранительных органов Бельгии объяснил применение спецсредств тем, что участники акции перекрыли въезд в автомобильный туннель и отказывались покидать проезжую часть. Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась еще 27 сентября. На спорной территории идут бои. Они стали самыми ожесточенными с 90-х годов прошлого века, когда вооруженные столкновения унесли жизни 30 тысяч человек. Баку и Ереван обвиняют друг друга в эскалации конфликта.